смотрю на глаз, опять по времени не, абсолютно не смотришь, сколько где-то, 5, 6, 7 секунд, там 10. Просто смотришь, вот там поджарились они, значит, все прекрасно. Можно уже переворачивать. Ну, то есть степень поджарки таким образом можно регулировать. Вот видите, в центре у меня немножечко подсохло. Тут вот видите, нету маслица. Потому что перевернул, оно все равно потом сожрется вот этой стороной масла. Вот. Так что, ребята, вот такая вот прелесть у нас получается. Ну, вот такие вот прекрасные кабачочки. Вот такие вот замечательные. Аромат жена там ждет, он бесподобный. Ой, господи, а запах вот этот кабачков, это просто бесподобный. Так что приятного всем аппетита. Готовьте очень быстро, очень вкусно и очень-очень-очень полезная, классная еда. Всего вам хорошего, самого-самого настроения вам. И предновогодние праздники нас ждут. Пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Алло.